В новом мобильном приложении СЭП просто и удобно совершать платежи, смотреть остаток счета или отправлять запрос платежа друзьям. Приложение доступно для пользователей Android и iOS, и его можно скачать через Google Play и App Store. Первый вход в систему происходит аналогично входу в интернет-банк. После входа в систему вы сможете создать для себя 4-значный пин-код и ввести свой номер телефона. Для завершения регистрации вы получите SMS с кодом подтверждения. Далее вы можете входить в систему, используя свой пин-код. После входа вы увидите остаток счета. Нажав на остаток, откроется выписка со счета. Для совершения платежа нажмите «Совершить платеж», и вам откроется список контактов, которые также пользуются приложением СЭП. Выберите контакт и введите сумму. Для совершения платежа лицу, которое не использует приложение СЭП, нажмите на счет, введите необходимые данные и выберите сумму. Для того, чтобы запросить платеж, выберите контакт, укажите сумму и подтвердите запрос. Ваш друг получит сообщение на свой телефон. Там же вы найдете все запросы, сделанные вам. Платеж можете совершить одним нажатием кнопки. Платежи в сумме менее 30 евро можно совершать без дополнительного подтверждения. Скачайте мобильное приложение и откройте для себя новый и простой способ совершения платежей.